Всем здорова, с вами Краулер, или точнее Капитан Краулер. Без повязки на глазу сегодня играю, но могу делать так вот, как пират, типа. Ну, ребят, такие дела, темно, и как бы, ну, с одним глазом играть это фигово. Да и, кстати, знаете, это плачевно, короче, сказывается, когда вы играете с прикрытым глазом, потом второй ваш глаз, когда его открываете, с такой пеленой на глазу смотрится, ну, ужасно, в общем, ощущение. Не советую вам. Продолжаем. Нас ждет кладбище кораблей. Эпизод 10. Я могу пощелкать, да. Смотреть, слушайте. Это юмор, что ли, или... А! Нет, вот. Я дошел до этого. Сделал круг, то есть эпизодов здесь... Не 12, а неимоверно больше. Так, значит, мы дошли вот сюда. Так, стоп, стоп, мышка опять приклеить тебя надо к полу. Так, давайте пробежим сначала в левую пещеру. Ну, чисто, я думаю, там будет сокровище какое-нибудь. Куда пошел? Лови еще. Как тебе такое? Хоп, 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 хоп. Выстрел. Прямо это пузо дробушки. Так, давайте монетки понабиваем. Вообще, я думаю, что слишком, как бы, не надо так набивать монетки, потому что смерть здесь оказывается достаточно плачевная, в том плане, что откатывает очень далеко назад, и вы теряете, собственно говоря, то, что вы накопили до этого момента. Это очень плохо. Давайте тогда вернемся, наверное, на правую сторону. Я просто думаю, что где-то сундук, мы его возьмем и пойдем как раз-таки в другую сторону, куда нам нужно. Да, я угадал. Здесь есть сундук. Золотишко, тыры-пыр и... Ну да, на этом все. У меня, кстати, меч, я вот только сейчас обратил внимание, чем-то, я ни на что не намекаю, но он похож на меч Кратоса из игрушки God of War, да? Чем-то он похож. Ну, чувак, ты до сих пор здесь валяешься, отдыхаешь, наверное. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас мы тут... Устроим не только кладбище кораблей, но и кладбище людей. Да-да-да. Почему я верю, что это уже не кладбище людей? Ну, как бы скелетов-то нету. Логично, да? То есть понятно, что эти исчезают-то. Кого я убиваю? Но как фон. Скелетики должны быть. Ах! А, мне... Повреждение-то не наносит, да? Это хорошо. Дай монеты. Оп. Оп. Кто это там у нас бежит? Оп. Поймал, да? Лично от меня. О, я там, я какие-то суперудары начал делать. Не знаю, как я делаю их, потому что, ну, нажимаю левую, правую. Без разбора. Зачем что-то выдумывать, как-то заучивать эти приемчики? Если вот второй раз будете проходить, да, то я думаю, можно изучить парочку каких-то. А так, левую, правую жмешь и прокачиваешь наугад что-то. Так, ворота вижу. Но что нужно сделать, чтобы открыть их? Пушка! Я понял. Оп, сразу наверх, пацаны. Ах. Хватай ящик. Блин, думал, сейчас все будет красиво, но нет. О, вот это неплохо вышло. Не вставай. Зубы, 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 зубы и монетки. Супер-супер-супер-супер удары.
Башку срубил. Слушайте, а кого-то не хватает? Ну да ладно. Не знаю, кого не хватает. Так, опять же, давайте сделаем кругаль. Потому что должен быть где-то сундучок. Не просто так здесь все это стоит. И награда, да, награды есть. Так, а мы можем, да, мы же можем здесь все сломать. Ну, все, что мог, я забрал. Еще одна бочка осталась, ну да ладно, ладно. Оставим пиратом ее. Капитан Блуд. Так, давайте здесь сразу сломаем бочки. Все ради золота. Хватай ящик, бросай его. Ящик не раскалывается, достаточно странно сделано. О, да. Прямо оттуда прилетают мне аж эти призы. А, и наши подошли, да, сюда? Ну, friendly fire нету, да? Я чувствую, что кто-то доберется до меня и... У меня же в спину кто-то, по-моему, бьет. Так, но вы же не бесконечные, ребятки. Не может этого быть. Так, ладно, не будем на это время тратить. Ну, слушайте, я как пользовался вот этим одним ударом, так и пользуюсь. Так, два раза. Блин. Или нет, не два раза. Ну чё ты сидишь тут, блин? На, на, так лучше. Сел он там, блин. Ай, вот это было нехорошо. Да шо ж, блин. Странно это все работает. То он от бомб от этих уворачивается перекатами, то я не могу увернуться от меча там какого-то. Топора. Просто какие-то лоси, ну, скидал им. Как же он меч-то кидал? Блин. И здесь я вот уверен, что нету мув-листа какого-нибудь, да? Нету же. Ого! Консоль достал. О, пацаны, читы сейчас будут. Консоль доступна. Ну, не туда выстрелил, да и ладно. Не ходи, ты. Я могу отсюда спрыгнуть? Нет, не могу. Да что ж ты бегаешь, ты вот... Ты не стреляешь, и вот просто баламут. Ты, фиг с тобой. Ой, по кому-то попал, да, там? Что-то там как-то происходит. О, вот этих вот ребят здесь много. Кидай, 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 кидай. Кинь. Вот это да. Ты будешь здесь умирать или нет? Ай, дайте выпиститься. Кто? Я, вот, вот я вспомнил. Вот, надо этот включать. Ярость. Я про нее забыл. Слушайте, вот вспомнил вообще только. На конце того видео, я помню. Как я мог забыть про гнев, а? Вообще, теперь все по-другому будет. Может, хотя... Я тогда бы того босса, наверное, блин, побыстрее бы, наверное, убил. Все-таки. Ну и так, в принципе, нормально получилось. Я считаю. Оп, 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 оп. Хоп, 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 хоп. Ай, больность.
А, на. Оп. Бах, на. Так, побежим-ка мы прямо. Что тут у нас? Так, давай что-нибудь сделай, какой-нибудь удар. Я что-то разучился делать. А, вот. Что-то крутое получилось. Накостылять. Последний удар. Так, налево, направо, направо. Точка сохранения. О, это вообще, знаете, одна из самых крутых вообще, можно сказать, точек сообщения мне. Экстрем. Ну давай, давай. Видно, денежный прям был мешок. Оп, что-то сужается. Ну что-то сейчас будет. Так, мост сломают. Может, надо сейчас кнопки нажимать, чтобы как-то пробежать по нему или что-то. Но если не торопясь идти, в принципе, то нормально будет. Так, пушки. Сейчас пушки стрельнут. О, этот. Не Стерлинг, как же его? Истинг? Какая-то баранья граната. Кто на гранатах вообще какие-то клеймения ставит? И... Ай. Ого. Кью. А, надо было кью нажимать. Сорян, ребят, я не нажимал Q, я, короче. Я понял, все, сейчас нажимаем Q и бежим. Все нормально получается. Прыгай! Слушайте, а не было кнопки прыжка, чтобы я вот нажал. Чтоб тебе черти разорвали. Я тоже так постоянно говорю. Угу. Окей, я просочился. Он почти по стелсу подошел. Ну все, да я. Ах ты, черт подери. На, еще раз выстрелил. Если ты уж на то пошло уже. Я сейчас тебя так забью и попробую. Блин, нет, слушайте, какой-то рандом в этих винтовочках. Так, от своей чужие. А что за блеск там? Оп! Эх, отойди, зашибу! Уходи оттуда! Активируйся! Ой, блин, зря я туда. Возьми топор. Блин, наповал всех срубил. Да шо ж, уйди. Не, меч, конечно, покруче был. Это что-то вообще как-то не особо заходит. На. Опа! Оп, опять та же история. Давай, мальчик, поработай. Так, я как-то предчувствую, что придется мне бежать, наверное, от самого, ну, с начала моста, в общем. Может, я проглядел точку сохранения, не знаю, была она там, нет, но... Как-то риски слишком высоки. Давайте возьмем топор. Не возьмем топор. Блин, вроде бы и нормально, но... А вот ненормально. Хватай его, давай. Зелица возьми. На. Оп. Бам! Ай, на. Точно коллектором работать надо. Все повышибал. Все деньги, все долги, все, что мог. Что-то там меч опять светился у меня, но я что-то не дождался этого.
Бах! Можно нарезать такую мелодию. Пам-п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 ам. Мистер Сэм. Я не помню, как там дальше. Пока там меч вертится, еще кулачком поработал. Давай, работай кулачком. Оп-оп-оп-оп. Все, кровушку сдал. Давай. Выстегнул. Ну все, что ли? Я по краешку пойду. А, не, там сундук. Там сундук по-любому. Чую прям нутром эти штуки. Так, где? Вот. Ну-ка, вскрыть. Так. А что у нас здесь? Блин, они все равно не разбиваются, эти чертовы ящики. Их, наверное, нет смысла кидать. Ой, да, фиг с ним. Как бы, хватает денежек. Ничего ж, ребята, я здесь пройду. Ладно. Тут еще сундук. Сплошное золото. Чувак с топором, двое с мечом. Дай пройти. Блин, а этих не роняет он. Еще, да? Я пройду вас. Как мне фиг делать? Я акробат. Ну, как-то... Ну, это нормально, я думаю. Так, может, вы все пришли сюда? Вот. Давайте, еще что-нибудь. Где вы там? Вот так пойдет? Чувак, ты где-то был? Ты улетел? Как вверх посмотреть? Похоже, новый Гагарин, мир пиратов. Ах, как я тебе прям... О, засветил. Я вот не знаю, зачем я их взялся сейчас убивать, как бы. До этого всех пробежал, а тут... На тебе. Давай. Ай, боль. Птички поют. Слушайте, ребят, я пойду, наверное. А, меня кто-то ждет. Серьезно? На что рассчитывал? Блин, а что, можно мост рубануть этот? Было бы вообще прикольно. Где-то там за столбом. Не видно. Давай, накостыляй ему. Ой, это как охрана в готике с мечом. Можно поскочить? Ладно, я чисто сундук открою. А, не открою, ребят. Эх, больно. Давай, понеслась. Я не чувствую боли. Да им, по-моему, вообще пофигу. Давай. На. Пускай ты вдруг посмотрит, а? Оп. Все, что ли? Давай, убирай меч. Так. Вот он. Я думал, сейчас исчезнет. Слушайте, ни фраз, вообще ничего нет. О, нет. Нет, чувак, достань меч. Я вот не люблю, когда безоружный ко мне подходит. Опять сейчас эта чехарда начнется, да? О, блин. Слушайте, да я вроде нажимал кнопочку-то эту. Опять нет, что ли? Нажал Q. Оп! Блин, че?
что-то плохо как-то, блин. Опять вот как та ситуация с чем чуваком. Тика сложно будет. Я попробую. Так, какая кнопка? Какая кнопка? Вообще даже кнопку не показали мне. Как тебе это? Нет, ты там отрезался? Фу, блин. Блин. Это плохо, это плохо, это плохо. Ты шо ж тут, блин? Пипец, вот это босс, вот это разнообразие. Я что, выйти могу? Не могу я выйти. А, я в любой момент могу использовать ее, да? Не обязательно мне копить даже ее. Но это... Ты хорош ты! Уйди, уйди! Так, что-то опять у меня выключилось. Надеюсь, не вебка. Ай, огонь! Не то нажал, да? Эх, эх, эх. Я, конечно, поживучий стал, но... Что-то у меня все равно не уходит. Е! Блин, отъеду я, вот не затащу я в этот раз. Я же отскакивал, что же автонаведение твое? Я отошел, я отошел. Где он? Как его убить, если он прям в ту сторону прям и... Блин, непонятно, клавиш, что появляется, то не появляется. Так, а у меня какое-то автовосстановление, да, есть? Немножечко я смотрю. Хоп, хоп, хоп. Не на ту нажал. Блин. Я отойду. Нельзя взять подсвечник. Давай, подбегай. Блин, до конца же пойду с этим ударом. Ой, эти потные, прям бои с боссом. Кью же нажал, оп. Е, не, не ту. А. Не понимаю, я иногда вот часто на кью нажал, а следом нажал Е. И типа это проканывает. Куда-нибудь, куда-нибудь. Ну, уходи. Не на ту, блин. Так, бегаем, бегаем, бегаем от него. Давай, беги сюда. Оп, успел. А тут все боль. Тут боль, тут боль, 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 боль. Так. Могу я что-то здесь взять, нет? Сломать, может, что-то могу. Сокровище, может, он уже зазлится.
Да что ты можешь? Все может. Давай подальше, подальше, подальше. Беги давай на меня. Давай, беги. Чисто вот на один удар каждый раз хватает. Е! Так, главное в итоге эту кнопку нажать. Неважно, сразу, не сразу. Короче, можете на все кнопки жать, и одна из них, типа, сработает. Ай, 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 ай. Блин, вот сейчас обидно будет, если ему останется немножко, и я отъеду. Вот это будет максимально жопно. Я еще до сих пор стараюсь какие-то пируэты, может, думаю, блин, ну, накроет его сильнее. Успел? Да, почти достал. Хоп. Передумал, что там бухнул, короче, и это. Ать. Е, да? Оба-на. Эх, ты со спины где-то достал меня. Уходим, уходим, уходим в уголок. Промазал. Маслом помазал. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Ать. Кью, да? Блин, и проще ему попадаться просто под руку, чтобы он мне хватал. Куда ты стреляешь? Автонаведение. Что? Кто? Ни разу не слышал, да? Оп, 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 оп. Ай, 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 боль, 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 боль. Блок. В конце блок поставил. Тут... А чё у меня жизни не отрезываются опять? Вот, вот отрезываются. Чё-то не понимаю, от чего это зависит. Просто повреждений типа не получаешь. Тебе жизни прибавляют. Так, Е, да? Чутка осталось тебе. Правда, он может какой-нибудь атакой меня сейчас добить, мне кажется, полностью. Хоп-хоп-хоп-хоп. Нет, таких штук лучше больше не делать. И вот он, контрольный выстрел. Бах! Нет, серьезно? Вот. Нет. Вот сейчас, да? Нате, потоптаться на трупе, на животе прям попрыгал бы. А. Ну и? Чё за усилик, потуги у него там? Разрази меня гром, кто ты такой? Обычно подобное отребье я вешаю сразу. Но ты доживёшь до виселицы в Порт-Рояле. Порт-Ройал, ты прямо сейчас расскажешь мне, где дочь советника Лэнфорда. Очень страшно. Напугал акулу кровью. Так я победил тебя. Тебе не страшно разве? Воткните ему в коленку ножик, пожалуйста. Научи-ка его хорошим манерам. Да у него зубов уже нет, ты его можешь не бить. Какая ему разница? Оп. Так интересно, играешь уже и не за Блада, не за Уолта, а еще за какого-то чувака, которого просто бьешь. Достаточно. Да не, недостаточно, слушай, хорош. Ну что, надумал отвечать? Сейчас плюнь, скажет нет. Да их дело Рейн Лэнфорд. Или моим людям продолжить?
расколол, да? Отличное имя для шлюхи в карибском борделе. Оп, неплохо было. Оп, еще хорошо. Оп, е. Осадили. Еще. Блин, вот офигенный момент, слушайте, прям. Как смачно выглядит. Так. Даю последний шанс. Если скажешь все, может, проживешь еще немного. До нашей следующей встречи. Вышел за дверь, зашел, типа, вот наша встреча. Черт с тобой, англичанин. Слушай внимательно. Так. Девчонку я продал бешеному Себастьяну из Пуэрто-Рико. Он там что-то вроде коменданта в форте Сегу. Если поторопишься, может, ты найдешь ее живой. Хотя ты наверняка... Да тут плыть неделями, а не месяцами кто-то плывет. Старик безумнее выброшенный на берег касатки. Не думаю, что он твою потаску с ужином угощает. Да успеем мы. Если ты соврал, я найду тебя и повешу на самой высокой рее. Еще посмотрим. Че, еще раз столкнемся? Развяжите эту падаль. Зачем? Зачем развязывать? Ты отпустил его, так и отпусти. Так, давайте мне улучшение, и на этом, наверное, эпизодик мы закончим. Мы все-таки победили Джека Истринга. Так, еще, да, можно увеличить здоровье еще? Пистолет делает 2 выстрела за раз. Ну, нет. Это не то, что нам надо, казни. Не только жизненное оружие. Ну, не знаю, слушайте, что насчет казни. Вроде самые нормальные казни есть. Под гневом наполнение. Ну и так вроде проходит. Улучшение, если еще можно, да, жизни докупить. Да, можно еще жизни докупить, слушайте. И еще граната... А удар остался мне чем-нибудь? Тысяча комбинация. Левая, 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 правая. Вот этот попроще будет. А, у меня, наверное, есть такая, да? И мечи летят. Не, ну это я не буду делать. Комбинация правая, правая, правая. 2000 осталось, да? Ну, казни. А, вот можно еще прокачать, да? Давайте еще прокачаем. Так, стоп. Что не хватает? Я же Enter нажимаю. Или казнь. А казни, наверное, не прокачиваются. Ай, удар улучшения. Ну, что осталось? Ну, давайте дальше прокачаем. Что нам? 3. Ну, слушайте, на этом мы закончим эту серию. Если понравилось, ставьте лайки, ждите продолжения, оно обязательно будет. С вами был Краулер. До новых встреч!